Республика Беларусь вот уже третий год подряд громко заявляет о себе как о стране с серьезными гастрономическими амбициями. В Минске с 2012 года проводится международный кулинарный фестиваль вкусного блога при поддержке гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси. В 2014 году третий фестиваль вкусного блога объединил 4 мероприятия. Республиканский турнир «Золотой китель» между поварами-профессионалами, кулинарный кубок для поваров-любителей, кулинарную битву звезд и мастер-классы для всех желающих. Компания «Клен» выступила генеральным партнером республиканского турнира «Золотой китель-2014», предоставив все необходимое оборудование, посуду и инвентарь для оснащения кухни фестиваля. В турнире «Золотой китель» приняли участие более 30 лучших поваров со всей Белоруссии. Им предстояло соревноваться в мастерстве приготовления, сервировки и подачи блюд из мяса, птицы и рыбы. Работали повара в не совсем привычной для себя обстановке – на кухне, под открытым небом и на глазах многочисленных гостей-зрителей. Да и оборудованию итальянского бренда «Техноэко», предоставленное компанией «Клен», на котором в дни соревнований готовили повара, тоже пришлось поработать в экстремальных условиях. Однако ни палящее солнце, ни проливной дождь, прошедшего второй день турнира, не оказали на процесс приготовления никакого влияния. Пароконвектоматы «Техноэко» не подвели участников и продолжали работать в штатном режиме. Оценивала конкурсантов авторитетное жюри. Александр Филин, президент Национальной гильдии шеф-поваров, член Московской ассоциации кулинаров, Французской гастрономической академии и Итальянской федерации поваров. Игорь Брагин, президент Киевской ассоциации шеф-поваров, обладатель титула «Золотой шеф Украины». Рустам Тангиров, исполнительный президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга, ведущий передачи «Красивая подача» на канале «Еда». По результатам всех трех зачетов, приготовив удивительное филе дорадо по-сицилийски, утиную грудку и медальон из говядины с розмарином, победил молодой шеф из города Гродно Дмитрий Демидов. Компания «Клен» вручила талантливому повару сертификат на стажировку в Малайзии, где он сможет изучить паназиатскую кухню, освоить перспективное для себя направление и получить серьезный опыт работы в местных ресторанах. Все мы знаем о богатых кулинарных традициях Белоруссии. Ее кухня самобытна и точно отражает всю суть белорусского народа. Компания «Клен», как генеральный партнер турнира «Золотой китель-2014», полностью поддерживает его цель – развивать кулинарную культуру и поварское искусство в Белоруссии.